12 июня в Санкт-Петербурге состоялся пятый легкоатлетический забег «Пятерка в удельном». Соревнования, приуроченные ко Дню России, собрали в городском парке более 200 спортсменов из 17 регионов РФ и Донецкой Народной Республики. Как всегда, блестяще выступила в Питере харцизянка Анастасия Садливская. Легкоатлетический забег «Пятерка в удельном» в Санкт-Петербурге впервые состоялся в 2016 году. Один из его организаторов, питерский энтузиаст спорта Андрей Блинов, пригласил спортсменов из ДНР попробовать свои силы в забеге на дистанции 5 километров. Когда мы спросили, как вы нас нашли, как вы нас позвали, он сказал, вас тяжело было не найти и не позвать, потому что все знают, что есть ДНР и что у вас сейчас такая обстановка. И получилось так, что он обратился в нашу федерацию, попросил спортсменов, чтобы они смогли приехать и принять участие в таком забеге. Анастасия в последнее время готовилась к соревнованиям в Чебоксарах, и приглашение в Санкт-Петербург стало неожиданным как для самой спортсменки, так и для ее тренера Николая Шаповалова. К тому же второй наставник Насти, у которого она занималась последние полгода, встал в ряды защитников Донбасса. Я очень сильно, конечно, переживала, то, что у нас давно очень не было соревнований. И больше было, конечно, страшно не подвести нашу республику. На меня тоже понадеялись. И я очень боялась это вот подвести. Как-никак ДНР, надо же свой город тоже показать. И как-никак мы же тоже тренируемся. Не зря же мы тренируемся столько лет. Но я собралась с мыслями. И такая думаю, Настя, ну ты же готова бежать? В итоге переживания девушки оказались напрасными. В своей возрастной категории Анастасия Садливская стала лучшей. Пробежала я 18:46. Конечно, знаете, планируешь всегда на одно, а получается по-другому. Но вполне довольна своим результатом. Она-то, в принципе, готовится весь год. Но последнее, она сделала очень серьезную, жесткую, мы говорим, работу на время. Вот, показала неплохое. Мы чувствуем, что результат будет неплохой. Хорошее время показала. Тем более 5000 метров – это дистанция для нее новая. Она специалист, кандидат мастера на 800 метров. А сейчас потихонечку переходит на длинные дистанции. И вот ярко, так сказать, она сработала. Кстати, все три спортсмена из ДНР показали в удельном парке лучшее время в своих возрастных категориях и получили от организаторов соревнований Кубок Дружбы, символизирующий поддержку жителей Донбасса.